Братолюбие это является одним из фундаментальных добродетелей русского православного человека. Даже слагались оды, духовные стихи мужьям братолюбивым. Те мужья братолюбивые, это те, которые холили свою бороду, отращивали ее и относились к ней по-человечески. Ведь когда человек скребет себя вот этим там, бритвой, да, он же на самом деле, как с точки зрения символизма, опять